Сегодня Кингисепп встречал на своей земле участников традиционного международного велопробега «Молодежь. Мир без границ». 29 молодых инициативных людей со всей области приняли участие в этом мероприятии. Велопробег обычно проходит на два направления. Это либо финское направление, либо эстонское. Велопробег не впервые в Кингисеппе, мы уже третий раз его встречаем. В велопробеге принимают участие правительство Ленинградской области, депутаты законодательного собрания Ленинградской области, представители молодежных активов муниципальных районов Ленинградской области. В сегодняшнем велопробеге представлены практически все муниципальные районы. По несколько человек есть даже от Соснового Бора. Город Кингисепп собрал очень большую делегацию в этот раз. Помимо официально зарегистрированных участников, к велопробегу решили присоединиться велосипедисты нашего города. Как оказалось, почти все из них участвовали в подобных мероприятиях впервые. А почему молодые люди на это решились, они рассказали сами. Ну, как бы народ собрался, тоже захотелось. Скучно дома сидеть. Интересно, наверное. Велосипед прокатить хочу. Потому что это интересно и круто, да. Наши велосипедисты остались довольны и надеются, что это только разогрев, и администрация города устроит полноценный велопробег по Кингисеппу и району. Что же касается официальных участников, они продолжили свой путь в Ивангород, а далее в Нарву, где их ждет насыщенная программа.